Здравствуйте, вы на канале Можжевеловый сад. У нас сегодня ночью немножко подморозило. Был небольшой минус. Все подсушило. Вот такие вот красивые можжевельники. Все можжевельники очищают воздух и выделяют фитонциды, но есть можжевельники, которые очень сильны в этом. И еще у каждого можжевельника есть свои суперспособности. Можжевельник Спартан, он очень хорошо останавливает дым, пыль, и его очень хорошо использовать в живой изгороди, особенно там, например, где у вас оживленная трасса, или, например, откуда частенько идет дым, может, соседи палят часто какой-то мусор, листья, но при этом, улавливая дым и пыль, спартан не будет повреждаться. То есть это его суперспособность, очень хорошо улавливать и останавливать дым и пыль, но при этом не повреждаться, при этом оставаться таким же красивым и также очищать воздух. Можжевельник Стрикта очень хорош в качестве антибактериального можжевельника, обеззараживающего. Этот можжевельник лучше высаживать возле лавочек, где вы любите сидеть, отдыхать. И, например, можно высадить вдоль дорожки, где вы любите прогуливаться. Очень часто в санаториях, которые специализируются на легочных заболеваниях, высаживают целые аллеи из можжевельника Стрикта. Очень хорош этот можжевельник вдыхать тем людям, которые предрасположены к аллергиям, а также тем, у которых астма. И лидер в суперсвойствах, а также в суперполезности, это можжевельник Blue Alps. Этот можжевельник лучше высадить возле окна спальни, например, или возле того места, где вы также любите сидеть и отдыхать. Этот можжевельник очень богат на фитонциды. Он выделяет максимальное количество фитонцидов из всех можжевельников. У него сильный аромат, он отпугивает насекомых, он очень хорошо обеззараживает воздух и борется с разными бактериями и разными вирусами. Также очень хорошо этот можжевельник высаживать изгородями, даже можно такими закрытыми комнатами, чтобы когда, если у вас есть какие-то легочные заболевания или проблемы с легкими, то есть заходить прямо в эти комнатки и вдыхать этот очень богатый фитонцидами обеззараженный воздух.